Всем привет, ребят, с вами Кэдди. И вот он вышел, Кастельвания. Да-да-да, Габриэль, ты стал принцем тьмы, и он вышел. Кастельвания, Lord of Shadows 2. Ну что же, как я обещал, мы его пройдем, к сожалению. Ну, к сожалению, ребята, он на английском. Я жду от вас каких-нибудь вестей насчет русификатора, потому что я пока что не искал сам. Именно по интернету. Но, как помним, мы демка была на английском языке. А переводить, в общем-то, в лед я особо не успеваю. Так что, ребят, те, кто знает английский, переводите сами для себя. Те, кто его не знает, поищите русификатор и, пожалуйста, сообщите мне об этом, есть ли он или же нет. Ну а мы начинаем. Кастельвания, Lords of Shadow 2. Поехали. Тут хотя бы нету глюков с графикой, как было в демке, помните? И тот самый мультик, который мы в самом начале с вами видели. Такая книга. Играем мы с вами на средней сложности, как обычно. Габриэль, ставший вампиром. Красные глазенки. Ну да, все как там было в демоверсии в начале. Так, и как обычно, мы играем с вами на клавомыши. Да-да-да, тут урел. Правый стик — это у нас, конечно, шикарь. Well done! Ой, кстати, я же забыл титры сделать. Так возьми. Типа нас прыгивали, по нас прыгивали. Спокойно, парни. Мы сможем с ним справиться. God protect us. Бог защищает нас. What a timely coincidence. Какое славное совпадение. I'm dying for a little drop of blood. Я как раз таки хочу выпить крови. И пауза. Да, неожиданно, ребят, правда? Так, контент. Configuration. Сейчас. Сейчас game options. If you play without... Кто? Horse? Что такое? Вибрация, скин. Show damage to... Какие-то врагов, да? Ну это неинтересно. Зачем вот делать из Кастельвании... Это как его называется? А, какой-то ему мощь, где тебе показывает, сколько ты похилился, сколько на тебя выпало. Сколько ты урон нанес, сколько получил, естественно. Зачем? Die, так, shift у нас брак блокировать, как мы это помним. Так, а на кого у нас скользит было? Нет, не оно. Get it! Move away! He's lying! Ну да, типа есть некоторые атаки, которые нельзя блокировать. Надо их уклоняться.
насмех, он в плане что-то так. А, не успел. Давайте, идите сюда. Идите сюда, поиграем. Бейте его. Оп. Но не достал. А ну иди сюда. А, кровь. Вкусно. Ай, не успел уйти. Не успел подняться. Нет, не умирай. Черт. Еще двое. You're mine. Использую где меч, чтобы красть. Пресс, целых пит. Что у меня было ЛБ, я не помню. Ну ладно. Колесико на мышку. Меч красивый, прям в Квартеса. Правда, ни хрена не видно, когда он махает мечом. А, не в ту сторону ушел. А ты начнешь по-нибудь впади. Так, надо все-таки блокировать их не удары. Ням-ням. Да-да-да. Огненные перчатки позволяют нам пробивать защиту врагов. Кто из нас еще умрет? Ну давайте, идите сюда. А, ну да. Помните, используйте Void Sword, чтобы красить не врагов, и House Close, чтобы сломать их защиту. Ну и просто набить морду. Воу. Говоря, хочу сказать одну вещь, ребят. А игра-то более лучше оптимизирована, чем демка. Потому что у меня сейчас все стоит на ультра и даже очень не тормозит. Вот и сами можете видеть. Я должен, кстати, признаться, то, что довольно красиво игра выглядит, особенно мне вот тени нравятся. То есть тени выглядят именно тенями.
Это мы тоже, кстати говоря, вспомним. Это мы тоже помним. Первое место, где я сдох. Кто нам рушит замок наш? Вот, кстати, у меня такое ощущение, ребят, а у нас вообще защитники замка-то есть? И же он чисто наш один. Почему человек? But a miserable pile of secrets. Ну ладно, ну да, и в тот раз я это не перевел. Ангел. God is with me, monster. Бог со мной, монстр. Ну поехали. That will be your ruin. Это будет твоим падением. Ах ты черт. Ну давай, иди сюда. Нам делать. Блин, монстр, ты даже не принадлежишь этому миру. Говорит он нам. Куда что улетел, а? Ничего не упало. А если допрыгнем? Сломайте замок! Дом? Попался? Да хорош мой замок ломать. Оп. Размажьте его от замок. И нам тут надо просто держаться. Ай, блин, улетел. Да-да-да, заберитесь на Титана, знаю. Знаю, уберите эту хрень.
осталось мой замок ломать, а? Сейчас. Ну да, и заклепки. You shall not pass, ты не пройдешь. Тоже не Гендальф нашелся. Что, накололи, да? Вот как мне нравится вот в нынешних играх именно вот эти вот облеты камеры, которые показывают нам, что нам нужно делать, хотя мы и так сами не знаем. И именно сделано все так, чтобы вот, ну, люди могли пройти. Что, стреляешь с гением, да? Белочек. Ай, не успею. Точнее, знаете, нет, я скажу по-другому. Сейчас делают игры, которые люди должны мочь пройти. Так что, слава богу, что в время есть Dark Souls. Давай, давай, давай. Оп. Так вот, конечно, наш Габриэль размахивает мечами. И мечом. Я его уж свернул. Ах, вкуснотища. А, блин, смешно. А, Габриэль, Габриэль, забирайся, блин. Мы тут помним, что надо делать. Вот опять, ну зачем вот это показывать, хотя мы это все знаем. Хайди просто ворчит, не обращайте внимания. Ай, блин, рано, рано ушел в сторону. Ну, где там крылатый говнюк? Ну, крылатый, давай иди сюда. Пора ломать вашего титана.
меня! И самый хороший способ, чтобы остановить чью-то машину. Одной башни, потому никто не додумался подойти к воротам и открыть их. Если уж наш замок никто не защищает. А, прилетело. И, собственно, на этом кончалась демка, ребят. Так что будем смотреть, что дальше. Будем смотреть, что у нас тут дальше. Какая разруха. Титан упал. Да поехали! О! Ах ты, два раза! Да, конечно, я сейчас умру! А ну вернись, этот трус! Ай, блин, прыгай. Поздно прочитал, называется. Ой, дождь, блин. Оп. Ну да, это не парирует. You can break with defense with a strong kick. No. Что за файл? Well done. Какой черт, я не цель по штуке, его надо нажимать быстро. Надо просто держать удар. Кстати, насколько я помню, у нас такое же оружие было и в первой части. То есть руки. И меч, кажется, да? This symbol indicate of contact and buckle. Мою, нельзя блокировать.
А ты, блин, вздыхать-то собираешься или же нет, а? Уходим. Фух, перепрыгнул. Блин, я думал, как только у него эти закончатся хиты. Вот все, у него, кажется, еще они есть. Паладин. Вот знакомый крест. Христос видит. Христос регнет. Христос омни малоте дефендат. Он говорит на латыни. Я был таким же, как и ты. Но твой Бог показал мне другой Мессиас. Эммануил. Сотер. Салават. Атиус. Инкирос. Поэтому, паря, сила твоего бога не может уничтожить меня, потому что я был избран им. Вау. Испытание ядерной святой гранаты. Все погибли, я один остался. Бельмонт. In ages long past, there was once a Давно-давно был воин. Это был очень. Блин, я не успею переводить, ребят. Извините. His name was whispered within the hallowed halls of men. Он вообще-то рассказывает про нас, то, что мы бы храбрыми, а имя кто... Ну, я потом перескажу, в общем-то, по-быстрому. Собственно, это и мы были, Бельмонт, Габриэл. His soul was consumed by the very darkness that he sought to destroy. As that ancient prophecy foretold, whomsoever defeats the lords of shadow, will sit upon their throne to rule as the prince of darkness. But before fate had played its hand, and unknown to Gabriel, his beloved wife Marie conceived a son by him. The brotherhood of light warned her of that ancient prophecy and the terrible fate which lay before her husband. So, with heavy heart. She concealed her pregnancy. For it is written that only the blood of that lineage has the power to defeat the Prince of Darkness. Thus, when newly born, the child Trevor was hidden from his father and raised a holy warrior of the Brotherhood in secret. So that one day he would be ready to stand against his own blood. Его готовили, чтобы он против нас пошел.
That day would come, some 25 years later. For what had once been Gabriel Belmont was now a powerful vampire known as Dracula, the Dragon. The Brotherhood of Light fought against the onslaught of his dark armies, which laid waste to towns Дракула, and villages дракон. Across the land, but to little avail. Trevor was now fully grown to manhood, and the truth of his origin and destiny of the Belmont clan was finally revealed to him. So he set out to confront his father and end his family shame forever. But Trevor failed and was mortally wounded in the confrontation with his father. He was Однако no Тревор не справился. His terrible power. Yet, он нам as he был lay не dying, по силам, и Trevor перед тем, finally как он revealed сдох, his true identity. Он понял свое истинное предназначение. Dracula was driven mad with grief and rage over the revelation. He desperately sought to save his dying son by giving him his own lifeblood. Мы дали ему кровь свою. But it was too late. Но было поздно. So he thought. Или так он думал. Dracula buried his son within the walls of his great castle. Мы похоронили его около стен замка. And then swore bloody vengeance upon the world. И прошли по миру кровавой местью. Beholden only to him. He struck with fury and merciless cruelty at humanity. He vowed to hunt God's children for all eternity. Мы собрали здоровенную армию и покорили людей. Но у судьбы все еще пока осталась одна карта. И теперь эта карта, ну, кровь, возрождает нашего сына. К однажды ночью. But as a creature он не пришел like обратно father, в мир никак. Belmont, человека как новое существо. Though he swore that he would not be like him, he would take the name Alucard. И вот так он стал Алукардом. Good, ну да, и он поклялся, что этот будет хорошим. In that very moment, Alucard swore to destroy Dracula. Новую карту поклялся уничтожить своего отца. Но судьбы было кое-что еще. Кое-какие еще планы. Блин, теперь еще сын Тревора вырос. Саймон Белмонт, господи, да у него что там? All he knew was that his mother had died at the hands of Dracula's minions when he was but an infant. And his father had been killed Господи, ну и семейка. With Dracula. Found and raised by the people of White Mountains, Simon had but one purpose in life: to destroy Dracula for the murder of his parents. After years of training in the arts of war, Simon set off for Dracula's castle and a date with destiny. Once in the castle, Simon met Alucard. О, папаша, снова встретились. Поняли, кто, в общем-то, кто есть кто. Blood bound them together, and fate took a hand once again, as finally they met their dreaded foe in mortal combat. И таким макаром они якобы нас убили. Нашим же кнутом. Alucard sensed that all was not as it should be. Dracula would return. Ну, Алукард понял, что, в общем-то, Дракула еще вернется. Блин, пиздец какой-то! Ужас, ребята, ужас. Те, кто понял английский, я думаю, со мной согласятся. Много веков спустя. Все-таки, да, игра будет происходить в нашем времени. Мы родились. Точнее, вернулись в этот мир.
Роберт Карлайл, Патрик Стюарт, Дракула, какой же ты весь тощий дедок. An unusual hiding place for the Prince of Darkness. Необычное темное место для принца тьмы. Не думаешь ли так? Зобак, где ты был все это время? Точно, там было необычно запрятанное место. And what have you? Ну а ты? Где ты прятался все это время? Габриэль. Не называй меня так. Меня зовут Дракула. То есть он видит будущее, что ли? Чего ты хочешь, старый друг? Акалиты сатаны готовятся вернуться. Помоги мне остановить их. Или ты, или я, станем его любимыми игрушками. На всю вечность. Точнее, не игрушками, а этими. Собачками, грубо говоря. Ну да, и нас вышвырнули тогда. Вышвырнули в нормальный мир в наше время. Такой собор готический. Габриэль, ну ты и даешь. Закутался. Значит, сатана возрождается. И если мы его не остановим, мы станем его песиками, в общем-то. Итак, ребят, и для тех, кто не знает английского, я по-быстрому перескажу суть ролика, который у нас там был, где я там не смог очень переводить. Те, кто знает английский, просто промотайте вперед. Итак, поехали. Жил-был, был Габриэль, в общем-то, который был воином света, которого избрал Бог, которого послали, в общем-то, убить по пророчеству четверых лордов тьмы, он с этим справился, но сам после этого стал принцем тьмы. Его собратья, зная это, в общем-то, забрали ребенка, который носила его жена, и вырастили его сами, чтобы он стал его погибелью, так как, типа, кровь его должна была остановить его. Сын на нее напал при битве, они встретились, но Дракула его убил. Но понял то, что это его был сын, он дал ему испить свою кровь, но якобы было поздно. Однако не совсем. Дракула, в общем-то, стал плохим. Он, в общем-то, разозлился, когда убил своего сына, набрал себе армию тьмы и пошел огнем по земле. Тем временем его сыночек, в общем-то, медленно оживал в циркофаге, пока не пришло его время. Он проснулся, пошел к своему папаше, спрашивает, что да как. Оказывается, у нашего сынка был его сын, которого вырастили на какой-то Белой горе люди. Он не знал, кто его, в общем-то, отец, но он знал то, что его мать убила Дракула. Он поперся к Дракуле выяснять счеты. Там он встретился со своим папашей, который тоже был вампиром, но который пошел по хорошей дорожке, став Алукардом добрым. Они встретились с папашей, и Алукард пронзил его сердце крестом-кнутом. В общем-то, но он знал, что Дракул вернется. Вот мы, собственно, и вернулись. Это было, в общем-то, сжатое изложение того ролика, ребят. Итак, поехали дальше. Машина. Все-таки, кстати, мне нравится то, что они перенесли действие в наш мир. Правда, за бомжа не будет сейчас будут считать. Или заходящий труп.
такой собор. Помоги мне, и я освобожу тебя от твоего бессмертия. А, значит, это мы вспоминаем прошлое просто, которое было совсем недавно. Еще кто такой? А, мальчик, подойди к дяденьке, дай выпить твою кровь. Пожалуйста, подайте монетку, сэр. Будка. Эй, выбирает какого? Ну, гир вообще как эту, по одежду, все остальное. Вообще так, судя по будке, такое ощущение, что мы в Лондоне, что ли. Whatever you need, I've got it. Что бы тебе не нужно было, у меня оно есть, говорит чувак нам. Ну, это явно не Лондон, это что-то непонятное. Блин, Дракула, и мы бомжуем. Что? Монстр? О, мы даже подняться-то нормально не можем. Ох, ох. Сейчас дракопом обтянаю. Да дай мне встать, блин. Так, бок есть? Да, есть. А! Похоже, меня отпинали. Неплохо так караоке сделано. Выпустите нас! Зачем вы привели нас сюда? Ну что, они хотят от нас? Кто этот человек? Он спит? Я не думаю. Кейти, подойди сюда. Смотри, папа, он двигается. Отойди от него. Кэтрин, иди сюда, быстро. Отойди от нас. Ау, по-моему, нам пару уже дали. Ха-ха, от первого лица выходит, смотрите. Помогите, помогите, кричат они. Ладно, мы все-таки и Дракулы же. Мозги. Интересно, а можно было от этого отказаться? Что? А, ну да, у нас же игра, в играх детей нельзя убивать. Ну
что же, ну, мы более-менее пришли в себя. Кто же ты такой? Зобрак. It pleases me to see you recovered. Я рад видеть тебя, возродившийся, добрый, ну, друг, старый друг. Indeed. Ага, дорогой, старый друг. Прикольно, прикольно. Relax. Успокойся. Our guest is just a little confused. Наш друг просто немного замешался. I know what he wants. Я знаю, что он хочет. You see before you the legendary vampire killer. Your old weapon, if you recall. The only weapon capable of ending your immortal life. You thought it destroyed. But you see, you can have the eternal rest you crave after all. But first, you must help me. Prevent Satan's return to the world. Then, I swear to you, I will deliver the fatal blow to your heart myself. And I am sure you will fulfill that vow. Since you sent Satan back to hell 1,000 years ago, his human offspring, or acolytes as they call themselves, have been dormant. I suppose that they, that all of us, feared your wrath and great power. But not now. Now, even my bodyguard is more than a match for you. The acolytes know you are weak and are preparing for their father's return. Now they fear nothing. Don't they fear the mighty Zobek? Only you, in full possession of your powers, can defeat them. Follow me, please. We must find and destroy the acolytes before they can finalize their preparations for Satan's return. It won't be easy. They govern the world of men from the shadows. Not even I know with any degree of certainty who or where they are. They won't come out into the light unless we can force their hand. Где мы всех их убьем? The acolytes must never know who hunts them down. The element of surprise will give us the advantage. Until you are at full strength again. And you don't know who they are or where they are. Did you know that this city is built upon the foundations of your castle? The acolytes are focusing their attentions here for very good reason. Satan has specifically chosen this place for his return. He means to enslave you first, to humiliate you for what you did to him. Let's get on with it. Какая странная статуя. The acolytes must plunge the world into chaos before Satan can be summoned. Their activities leave spectral traces,
which are difficult but not impossible to follow. This is the headquarters of a powerful pharmaceutical corporation. I suspect that one of the Acolytes is operating from there. The complex was sealed 2 months ago and is protected by magic. If I were to use my powers to see what is happening there, they would be able to trace it back to me within a matter of minutes. So, I will send you to the corporation via a portal. But we must be quick so as not to arouse suspicion. The longer the portal remains open, the more likely we will be discovered. Look for any sign of the Acolyte, but be careful. What are you waiting for? Прикольно. Прикольно, прикольно. И оказывается, это город построен на нашем замке. То, что было разрушено в мультике. Ну, вот, точнее, останки. Плащик. Я канал Check Your Travel Book. Теперь вы можете посмотреть вашу книгу приключений. А на какую ее открыть? Back Travel Book. Там. Это карта, в общем-то, и вы можете использовать ее в миссии в любое время. Ну что ж, в общем-то, и краткое содержание, ребят, того мультика, что был перед этим. В общем-то, нас прислал Забракс, сказал, что он нам отдаст наш кнут взамен того, чтобы мы помогли ему, только у нас хватает силы остановить фанатиков сатаны, которые собираются его воскресить. Они сейчас ничего не боятся, так как их не сила взросла, а мы, наоборот, ослабели. Но почему-то только мы можем их остановить. Забрак нам также поведал то, что он не знает, кто такие фанатики, где они располагаются, но их можно отследить по магическим следам. И вот нас забрасывает к какой-то фармацевтической корпорации, которая была закрыта 2 месяца назад и окружена магическим полем. И нас сюда отправили, чтобы мы с ними разобрались. О, у нас теперь есть карта. Ну что же, ребят, и я думаю, это место, где мы с вами завершим нашу сегодняшнюю серию. Так что, это Lord of Shadows, Кастельвания. Мы начали прохождение. А пока с вами был Хэдди. Ставьте лайки, ребят. Зовите друзей. Конечно же, подписывайтесь и комментируйте видео. И помните, ваши комментарии помогут мне сделать канал только лучше. Ну а пока, ребят, с вами был Хэдкраб. До новых серий и до новых врывов.